Башкортостан поднялся с 11 на 6 место в стране по развитию ипотеки. За последний год в республике на 1000 человек экономически активного населения выдали 32 кредита на покупку жилья. Их средний размер составил 2 миллиона 600 тысяч рублей. При этом с января по май этого года число выданных ипотек сократилось на 30%. Об этом сообщает агентство РИА Рейтинг. Аналогичная тенденция прослеживается во всех регионах страны. Эксперты связывают это с эффектом высокой базы на фоне рекордной выдачи ипотеки в прошлом году и резким ростом ставок по ипотеке из-за повышения ключевой ставки ЦБ. В марте она доходила до 20%. Потому что какие бы ставки не были на господдержку, но значительную часть пула покупателей на новостройке составляют те, которые до этого продают свою вторичку. А вторичка жить без доступной ипотеки не может. Участники рынка отмечают, что сейчас спрос на ипотечное кредитование начал восстанавливаться. Так, по данным Дом.РФ, в июне этого года было выдано 65 тысяч займов. Это на 80% больше, чем месяцем ранее. Наблюдается восстановление спроса на ипотечное кредитование. В частности, в июне банк выдал на 50% кредитов больше, чем в мае. Стимулом для восстановления спроса послужило снижение процентных ставок по ипотечным кредитам, в том числе и по льготным программам. Сейчас, например, в Сбербанке минимальная ставка по программам с господдержкой составляет 6,7% годовых. Напомню, за первые 5 месяцев текущего года в Башкортостане банки одобрили займы на покупку жилья на 47,5 миллиардов рублей. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.